Привет, друзья, мы с вами продолжаем проходить Life is Strange. Так, погодите, нам тут Ворон что-то пишет. Это порошок, который нужен для создания диоксида хлора. Черт, да это же все знают. Ты правда хочешь попробовать это делать? Чужое слово попробовать, полагаясь на твою мудрость. Хлор что? Хлорат. Так, ну, слушай внимательно, 07, тебе нужно достать 4 вещи. Сахар, банку содовой, скотч, хлорат натрия. Короче, берем тут банку. Это первая стадия. Берем банку соль. Ой, какую соль? Сахар и натрий хлор 3, по-моему, да? Это, короче, все смешиваем со скотчем, короче. Видимо, этим заливаемся в банку, обматываем скотчем. Потом, короче, поджигаем и бах! Так, ладно. Мама там что-то пишет. Так, погоди. О, Хлоя что-то пишет. Ты тут? Да я тут. Так, нам нужен сахар. Пойдемте смотреть, есть ли у нас тут... Уоррен типичный батон. Посмотрим, смогу ли я найти все эти ингредиенты. Ну, во-первых, торговый автомат, тут сахар можно взять. Выпустим Банкина. Теперь она моя. Отлично, у нас есть банка. Хорошо. Дальше. Еще три предмета. Окей. Пойдемте в кабинет химии, там возьмем натрий хлор 3. Нет, шкафчики не буду смотреть. Кто пропал? А, это Рэйчел. Хорошо. Итак, кабинет химии. Здесь натрий хлор 3 надо взять. Ящик для химии. Так. Что это? Гербицид, что-то там. Давайте сфоткаем его. Ха, с черепсишкой. Так, музыка какая-то такая не очень, если честно. О, учебник по химии. Где же взять натрий хлор трижды? Граффити. Он может быть, по идее, где-то вот... Вот тут вот у этой директорши. О, сахар. 5 с минусом. Так, доктор Макс и правда помогла Уоррену сегодня утром. Сахар. Берем сахарок. Нам остался натрий хлор 3 и этот, как его забыл, скотч. Уоррен что-то пишет. Ты еще тут? Не взорвалась хоть? Макс? Еще здесь пока не взорвалась, мне нужно сейчас сосредоточиться, позже напишу. Да, Уоррен, не отвлекай. Диаграмма, периодическая таблица. А где... Я ничего не говорю, но... Кроме как в кабинете химии, где взять натрий хлор 3, у меня нету ни единого предположения. Кроме как не в химии. Ты занимаешь творчество, а не мать и твою науку, но это явно не хлорат натрия. Ну ясен хрен, что это не хлорат натрия. Так, у этого, по идее, скотч должен быть в кабинете. Ну, это лично мое такое предположение. Будто я попала в хоррор-фильм, блин. О, кстати, фото для конкурса. Окей, даже будучи в депрессии, ты пыталась искать в мире хорошее. Виктория, какой охеренный снимок. Как я могу ненавидеть такого классного фотографа? Рисовать у Дэниела, что-то там. Чего фотография? Работа на это называет у меня отвращение, но признаю, у него есть стиль. Ну, наверное, да, что-то есть. Так. Слушай, чувак, у тебя должен быть скотч.
пачка сигарет. Так, что тут еще у нас? А вот и скотч. Как я и предполагал. Как я и предполагал, скотч здесь. Есть. Ну что, нам остался с вами только лишь хлорат натрия. Хлорат натрия, если честно, не совсем представляю, что это. Может, я... Или там натрий хлор, если натрий хлор, то это, по-моему, этот какого. Не помню, то ли это поваренная соль в реальной жизни, то ли еще что-то, но, в общем-то, необходимая вещь. Мэн. Туалет. Снова объявление о пропаже. Так. Ох, Лот все еще возится. Может быть, натрий хлор 3 здесь. Ой, натрий хлор здесь где-то. Так. Нет, я все-таки лелею свое предположение о том, что натрий хлор находится в кабинете химии. Там мы с вами побывали. Да, вот единственное, что нам осталось, это осмотреть кабинет химии. Макс, if you can't find sodium chloride in the science lab, give it up. Вот, она только что сказала. Типа найти в лаборатории. Фу, ненавижу запах формалина. Да, формалин впрямь не очень приятно пахнет. Ищем натрий хлор 3. Или натрий хлор. Нафиг мне учебник по химии тут. Натрий хлор О3, кстати. Так, хлорат натрия это гербицид. Почему он мне об этом не сказал? Ну конечно же. А гербицид у нас вот там вот. Это я помню. А вот и гербицид. А вот и хлорат натрия. Как же тебя взять-то? Эй. Макс. Возьми что-нибудь там, стул или еще что-то, чтобы я смог подняться. Ну, взять. Макс, ты же знаешь, что ты неуклюжий. Не трать свои силы попусту. Подвинь чертов стул. Отлично. Есть. Гербицид. Пришло время показать Хлое, что Макс та еще бомба. Ну чё, погнали. Надеюсь, кстати, игра мне даст еще и это все соединить. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп, сюда и сюда. Здорово, Хлоя, ты там все еще возишься? Ну ты лохушка. Я тоже все. Самодельная бомба. Хлоя, не мучай дверь, давай попробуем кое-что другое. Мы устроим взрыв. Да, пора взорвать ее нахрен. Зажжешь фитилек. Готовься к зрелищу. Отлично! Это пиздец как круто! О, нам конец, сюда едет полиция и пожарные со всего города. Ну что нам делать? Так, я немного растерян. Давай, давай. Надо отменить это действие, возможно. И отключить какую-нибудь пожарную сирену или что тут есть.
Погоди, надо пожарную сирену отключить. Что за письмо? There's no way David would get in Mrs. Grant's face. She'd shut his ass down. Понятно. Здесь где-то должна быть сирена. Не так ли? Оп. Ну вот, по идее, тут это как его сирена находится. Если что, мы тут такие хоп-хоп сразу выключаем. Давайте самодельную бомбу. Сюда полиция едет, да-да-да. Я в курсе, что сюда едет полиция, но нам нужно что-то здесь взять. Или что? Что здесь делать? Черт, я что-то упустила. Нужно вернуться назад. Так. Да фак. Что ж я упустил-то? Да. Будем сейчас гадать, на самом деле, что же я все-таки такого упустил. О, это кабинет. Я в кабинете, ни хрена себе. Пожарную охрану надо выключить как-то. А, ну или открыть изнутри. Если откроют дверь, она не сможет жульничать при помощи перемотки времени. Какого черта, дверь, иди-ка ты нахуй. Добро пожаловать в мои владения. Ты воистину волшебница, понятия не имею, как ты сюда попала, но у тебя получилось, сестрица. Ну, с кем поведешься? Ладно, давай найдем что-нибудь, что хотели, и свалим отсюда. Мои силы не так велики. Теперь понятно, почему ректор запирает. Здесь полно всякого говна, которое считают искусством. У меня есть деньги, но нет вкуса. Как можно доверять человеку, у которого в кабинете есть бронзовая птица? Как хорошо, что меня отчислили. Ну да, если бы у моего кабинета висели картины Моне и Пикассо, что-то там обучение Блэквилле. Иди в пень, обыщу-ка я этот уродливый стол. Опа. Ладно, признаю, это стул чертовски удобный, хоть и уродливый. Это твой шанс проявить себя, Шерлок. Найди нам что-нибудь на Рэйчел или Кейт. Или Нейтана, да на кого угодно. Я берусь за это дело. Так, смотрим тут все подряд, короче. Включить лампу. О, что-то Уоррен пишет. Ну что, ты взорвала замок? Ты что, купился? Я просто хотел узнать, что ты знаешь изготовление взрывчатки. А еще посмотреть на твой потрясный рисунок. Так. Блэквелл такой и была у Кейт милой и застенчивой. Она оказалась не в том месте. Кейт Беверли Марш. 1995 года рождения. Так, одна из лучших студенток Академии Блэквелл. Ее средний балл оставался всегда на высоком уровне вместе с ее оптимистичными взглядами и тихой натурой. О ее программе доставка горячих обедов в дом престарелых рассказывали на KBA 7 News. А ее курсы религиозного образования были хорошо встречены другими студентами Блэквелла. Ей также принадлежит рекорд посещаемости за всю историю школы. В настоящее время проводится расследование по некому видео, в котором предположительно изображена Кейт Марш на вечеринке клуба «Циклон». Она просит кого-то отвезти ее в больницу, оно было загружено в интернет без ее согласия. Смотрите прикрепленный файл для более подробной информации. Осталось всего два досье. Так. Картина. Опа! Еще тут что-то. Только посмотрите на эту груду файлов.
Look at this pile. Ну, действительно, а это? Tumbleweeds. Это мне не нужно. Досье. Weird. Ничего себе, у этого урода безукоризненное досье. Подожди, дай прочитать-то. Средний балл 3,7. На этом происходит продолжатель своего рода в Академии Блэкал, обладатель академического рекорда и активный участник общественной деятельности. Он также работает в фонде бездомных Аркадия Бэй. Нейден популярен среди студентов и факультетов. Он гордый представитель Блэквелла. Не могу не почитать собственное. Средний балл 2,8. Ну заебись просто, ты учишься, Макс. Она предпочитает, чтобы ее называли так тихо, внимательно, студентка с большим потенциалом фотографии. Несмотря на некоторую конфронтацию с охраной Блэквелла, Макс пыталась остановить студентку Кейт Марш от прыжка с крыши общежития, но безрезультативно. В данный момент продолжается полицейская факультативная, но храбрость Макс бесспорна. Меня аж блевать тянет. Ха, 3,9. Золотой стандарт Академии Блэквелл. Нужно убедиться, что у Уоррена нет криминального прошлого. Примерно студента продолжатель традиции отличных ученых, начинавших в Блэквелле. У него есть дар или проклятие. Ему необходимо разговаривать во время урока. Некоторые обвиняют его в выгодных выходках с реагентами, но это не подтверждено его учителем мисс Грант. Мы надеемся, что Уоррен сосредоточит свой взгляд на образование и продолжит идти к своему светлому будущему. Отлично. Всегда хотел сказать надыбать. Чё в шкафу? Если это не по досье, Рэйчел была не очень проблемной. Однако о полицейском расследовании здесь почти ничего не написано. О, это Рэйчел Эмбер. Ой, блин, я не хочу слух читать. Да, я не виню ректорат за отчисление Хлои. Плохая Хлоя. 1,7! Вот это да. Думаю, мы нашли все, что нужно. Надо поговорить с Хлоей. Хлоя, это все, короче, это все надыбал уже. Макс, тебе стоит взглянуть на эти файлы. Нейтан обвинил Рэйчел в том, что она принесла наркотики в кампус, а моему муда очень подтвердил это, потому что Рэйчел, по его мнению, плохо на меня влияла. Раз Дэвид объединился с Нейтаном Прескоттом, жди беды. Нейтан Прескотт III от его имени так несет деньгами. А ты знал, что Прескотт отвалили кучу бабок, чтобы скрыть настоящее досье Нейтана? Вот здесь написано вся правда, плохие оценки, жалобы от учителей, надзор полиции. Но отчислили, конечно же, меня. Но хоть сейчас его наконец-то отчислили. Смотри, тут есть заметка, открой ее. Какой-то безумный рисунок. Это не рисунок, гляди. Рэйчел проявочный, и снова, все. Это пиздец. Да что это вообще значит? Нейтан и правда псих. Я знаю, что он как-то связан с исчезновением Рэйчел. Вот только послушай, Дэвид М. что-то там. Не следовать за теми, кто ведет его. Жуть какая-то. Судя по всему, они сформировали какую-то странную команду. David was stalking Kate, hassling me, and now we know he was all over Rachel too. Ох, теперь мы просто обязаны обыскать его гараж. Ладно, мне стрёмно здесь находиться. We got our info. Let's bail. Да мне тоже тут так стремновато. Maybe we shouldn't leave without a gift. No, you are not taking the cozy chair. Max, do your powers include mind reading? Ты что, умеешь читать мои мысли? Did you just rewind because I tried to steal the chair? Да нет. Shit, I'm confused. Не особо так скажем. I know how you roll. We should definitely get out of here. We pressed our luck enough. Well, what have we here? Ну и что у нас здесь? Holy shit! Твою ж мать, джекпот! Wow, sir. Ого, многовато денег для фонда помощи инвалидам. Чувиха, здесь $5,000, я сегодня же смогу заплатить Фрэнку. Это задобрит его после нашей стычки. Да что-то такого, или ты просто хочешь отмотать время назад и забрать бабки себе? Лучше бы так ты и сделала, а не читала мне лекции. Да не забирай деньги. Ты правда хочешь украсть деньги на помощь инвалидам? Знаю, тебе нужно вернуть долг Фрэнку, но мои силы уберегут тебя, верно? Эта куча бабок могла бы нехило на помощь, но моралистка Макс снова права. Наверное.
Давай уже свалим из этой дыры. А ведь эти деньги могли помочь нам с Хлоей. Я отменю это действие и возьмем баблосики, короче. Мне до выбора нужно. Бронзовый. Что-то там. Не, ну так нельзя, это инвалиды. Я, конечно, все понимаю, но так тоже нельзя. Покинуть школу. Это дьявольский взгляд меня пугает. Хочешь искупаться? Бассейн Блэк Лоу в нашем распоряжении. Бассейн, ты действительно хочешь так рисковать? Безумная выдалась ночка. Ты не позволила мне взять деньги, чтобы вернуть к Фрэнку, поэтому прежде чем он раскроет мне череп, раскроит, разреши мне хотя бы немного искупаться. Ну так что, искупаемся? Ты права, мы это, сука, заслужили. Пошли искупаемся. Ты сказал, сука, кажется, я плохо на тебя влияю. Да ладно, что, купаться, что ли, пойду, что ли? Совсем палиться. Blackwell Academy. Итак. Ага. Это же логово выдр. Да насрать, я хочу искупаться в бассейне. И все же нам надо быть осторожнее, хорошо? Мне тут еще учиться. Со своей способностью можешь завладеть этой дырой. Хлоя лелеет мечту устроить девичник, так что, пожалуй, буду следовать ее злодейским что-то там. Так, выбирай раздевалку. Ну, наверное, мальчиков. Девочки бы пошли в мальчиковскую, наверное. Конечно же, раздевалка мальчиков. Так и думала, извращенка. Я пока узнаю, теплый ли бассейн. Так. Это какая? Men's Locker Room. Отлично. О, куртка Прескота. Логан. Думаю, это является фактом его. Чё? Фактом чё? Да, она знаю, я засранец, но ты мне не безразличен. С любовью, Логан. Граффити тут всякие, блин, как всегда. О, сишка электронная. Погоди, Макс, ты куда у меня пропала? Шкафчик Уоррена, ну-ка. Чё тут? Вижу пари, оно сделано в классе Джефферсона, только зачем? Ну, какое ужасное селфи, если честно. Футболка Закари, поплавки. Похоже, эти штуки нужны для тренировки детей. Макс, ты меня пугаешь. Куда она у меня пропала, алло? О, сальник. Макс из-за феминазал какой-то. Так, доктор, дозатор мыла, зеркало. Так, это мойка. Блин, Макс, почему ты куда-то пропала? О, вот и Хлоя. Поговорить. Макс, найди, где включает свет в бассейне, я что-то там. Выдры недолюбливают акул, они кусаются. Так же, как и я. Врубай свет. Ну какой свет? Ты серьезно? Кислородный баллон, панель управления освещением. Ну вот она, наверное. Включить. О, охренительно выглядит, по крайней мере. Выглядит, да, солидно. Когда они успели переодеться-то, алло?
Ну, ныряй. Эй. И... Оп! Чё, как водичка? Плыви или умри, Макс. Так... Да, поговорим с Хлоей. О, да, детка, ну прям в джакузи залезла. Одно хреново, за тебя чувствую себя здесь королевой мудаков, потому что я хотела забрать те деньги. Только не говори, что будешь вот так вот стоять и пялиться что-то там. Не смей. А ты попробуй меня остановить, хиппи. Ну ладно, сама напросилась. И... Колобанга, блин. Бомбочка. Мои воды забрела выдра. Ты такая предсказуемая. Тот фильм до сих пор бросает меня в дрожь, так что замолкни. Ха-ха-ха, ха-ха-ха. О, какой у нее рукав, кстати. Сейчас отмотаю время и загарпуню тебя. Месть выдра восторжествует. Ага, уж ты это должен. Ты должна знать об этом. Вот бы Рэйчел была здесь, ей бы точно тут понравилось. Жаль, что вам не довелось встретиться. Когда-нибудь мы встретимся. Мне начинает казаться, что все это связано между собой. Я должна все выяснить ради Кейт. Она не заслуживала смерти. Твоя сила все меняет, Макс, и в большей степени тебя. Могу с уверенностью сказать, что ты не та сыкуха, которую я знала. Ну, спасибо тебе, подруга. Ты же понимаешь, что я имею в виду. Ты словно сливаешься со стихией. Скорее всего, мне просто повезло. Да и вообще, моя сила не очень-то помогла мне в спасении Кейт. Может, меня просто бросает зад вперед между временем, но с какой целью? Ну, меня-то ты могла бы спасти. Все, балка, это тебе. Это немного другое, тогда ты только-только активировал мою силу. Пора перестать оглядываться назад. Определенно это означает, что мы теперь связаны, поскольку без меня ты бы не получила эту силу. Я права? Безусловно. Благодаря тебе я чувствую, что все делаю правильно. Ну а ты заставляешь меня чувствовать, что я не просто так осталась в Аркадия Бэй. Надеюсь, это правда. Хватит скромничать, ты же самый умный и талантливый человек, которого я когда-либо знала. Даже лучше Рэйчел Эмбер? Подруга, она мне не кумир, ясно. Я вот уверен, что в Блэквилле у меня куча поклонников. Взять, например, Уоррена. Уоррен, конечно, милый. Уоррен, конечно, милый. Милый? Теперь он ни за что не выйдет из френд-зоны. Он реально классный. Было бы мило с его стороны заступиться за меня против Нейтана. Но я так и не рассказал ему про свою силу. Не волнуйся, как только ты это поймешь, весь мир будет у твоих ног. Главное, будь до тех пор рядом со мной. Не унывай, я всегда буду рядом с тобой. Теперь я замерзаю в этой воде. Потому что нам надо сражаться, а не болтать в стиле выдра против акулы. Думаю, сегодня накупалась на весь год. Пошли уже. Будем считать, у нас ничья. Я тебе всю задницу отморожу, когда выйду из воды. Оп. Знатно искупались. Гадость, такое ощущение, будто мы искупались в хлорке Бэй. А ты симпатичная со всеми этими химиками, что-то там. Спасибо, хоть я этого и не вижу. Опа. Прячься. Ну и давайте, короче, на этом моменте сегодня мы с вами остановимся. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, комментируйте. И, короче, да, вступайте в группу Сани под видео. Всем пока.